Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там за кадром сидит Женя. Привет. Вы на моем канале «Сладкий персик». Сегодня у нас 18 июня, лето, воскресенье, и это очередной выпуск новостей. Желаем хорошей дороги, если вы куда-то едете, приятного аппетита, если вы сейчас кушаете, и с днем рождения, если у вас сейчас день рождения. Рестораны грузинской кухни обогнали по популярности итальянские. Сейчас только в Москве открыто около 1000 ресторанов грузинской кухни. Это, конечно, прекрасно, но у меня вопрос. Почему, блин? А русские-то где? Зачем вообще русская кухня в России? Да, действительно. Я понимаю твой сарказм и приведу пример из нашего родного города. Мы живем в городе на Волге, на прекрасной, широкой, красивой Волге. И у нас в городе нет ни одного ресторана с локальной кухней, ну, например, там, с речной рыбой. Зато есть полно итальянских и грузинских ресторанов, в которые ходят русские, татары, чуваши и мордовцы. Потому что это итальянские мордовцы. Короче, я с любовью и большим уважением отношусь ко всем национальным кухням, но не понимаю такой дикой популярности у нас в России всего, кроме своего. На самом деле это очень грустно. Авиакомпания «Победа» запустила продажу еды для пассажиров. Теперь, если вы проголодались, пока ждали рейс, вы сможете перекусить прямо во время полета на борту. Просто заказывайте заранее себе еду на сайте Победы и забирайте ее у выхода на посадку. Выдача начинается за 5 минут до начала посадки. В продаже есть 6 сетов. Самый дешевый стоит 795 рублей, самый дорогой – 1500. Но заказать еду могут не все пассажиры, а только те, которые вылетают из Москвы и летят по внутренним рейсам, то есть по России. А что там за еда? Я надеюсь, не дошираки. Ты вспомнил эти прекрасные дошираки, да? Да, конечно. Из последнего полета. Еда, кстати, нормальная. Ну, в крайнем случае, выглядит на картинках она хорошо. И звучит это вкусно. Сырники, блинчики с семгой, салат-боул. Прекрасно. Я считаю, что это классная доп-услуга. Молодцы. Пассажиры пожаловались на стоимость питания на борту лайнеров «Победы». Ну, естественно, мы же хотим дешевле, а еще лучше – бесплатно. Трамвай в виде суши был замечен на московских улицах. Компания «Много лосося» запустила в Москве вот такой трамвай в виде суши. Было бы классно, если бы это было на самом деле, но пока что это все компьютерная графика. Красивая. Накряхтелся? Можно? Поехали. Хоть что-то в мире стабильно, на ПМФ 2023 по-прежнему астрономически дорого. Заголовок просто огонь. Молодцы. Сейчас в Питере проходит ежегодный Петербургский международный экономический форум, и каждый год все обсуждают цены на питание на этом форуме. Сейчас в новостях пишут, что бизнес-ланч обойдется в 4500 рублей. Борщ или окрошка в 750, салат с ростбифом в 1500 рублей, а запеченная утка – 2900. Есть и коньяк по 60 тысяч, и даже виски за миллион. С ума сойти вообще, конечно. Очень дорого. В международной экономике стабильности нет, зато в Питере есть. Но на самом деле это средний чек для московских ресторанов. Ну и публика на этом форуме соответствующая. Он на самом деле не космический. Ну, виски за лям – это, конечно, перебор. Но вот цены на еду, мне кажется, вполне ожидаемые для главного экономического форума страны. И мне сейчас коллеги, кстати, прислали, которые работают в пиар и в СМИ, то, что для сотрудников прессы, и вообще там для работников форума, действует бесплатная столовая, в которую люди приходят, выбирают там еду, и за 4,5 тысячи рублей ее не покупают. Я думаю, виски за лям там, ну, просто для того, чтобы написали в заголовке или для этого. Или, во-вторых, это же экономический форум, туда люди зачем приезжают? Для того, чтобы установить новый контакт, да, какие-то новые, да, договоры подписать. Если ты подписал какой-то договор на много ярдов денег, ага, то как бы виски за миллион ты можешь проставиться вообще в лёгкую. Ну, показать, да. Показать вот так вот с барской руки. Причины, вот за могут, миллион, причины могут быть разные, да. Ветеринары назвали 6 самых опасных продуктов для собак. Канадская ветеринарная клиника у себя в ТикТоке записала видео, в котором рассказала, что ни в коем случае нельзя давать есть собакам. Это лук, чеснок, это вообще для собак яд, авокадо, виноград, шоколад, жвачка и, внимание, ибупрофен.
комментариях большинство людей поблагодарили клинику за действительно полезную информацию, но нашлись и те, кто сказал: «Да, моя овчарка всю жизнь с огорода ест и нормально себя чувствует». А я думаю, что ветеринары лучше знают, что можно есть животным, а что нельзя. Они на это учились. Как будто комментаторы из всех стран вообще одинаковы. Комментаторы всех стран объединяйтесь. Да, но у нас хорошие. У нас, да, у нас любимые. Производитель шоколада Toblerone решил зарегистрировать бренд мясных деликатесов. Я вас сразу расстрою. Скорее всего, колбасы Toblerone не будет. Ну вот. Ты расстроился? Конечно. Почему не будет? Тут все дело в интеллектуальном праве. По закону вы можете пойти в Роспатент и зарегистрировать там, например, корм для кошек, какой-то напиток или даже средство от клещей с названием Toblerone. А вот другую шоколадку с таким же названием вы зарегистрировать не можете. В последнее время компании очень хотели зарегистрировать мясную продукцию именно с этим названием. Toblerone психанул и решил сделать это сам. Просто для того, чтобы его имя не занимали. Бутылка не выдержала. У меня, кстати, есть интересная история про Toblerone, но расскажем мы ее потом, как-нибудь в ретроспективе. Будем ждать. Жвачка оказалась самым подорожавшим за год санкций продуктом. Нежданно-негаданно больше всего из еды подорожала жвачка. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 22,3%, а средняя стоимость сейчас составляет 39 рублей. Это случилось, потому что у нас в России не производят основной ее компонент. Назовем его резинкой. Ну, там какой-то полимер с умным длинным названием. Вести этот компонент сейчас дорого и неудобно, а еще подорожала и сама упаковка. Ну, там бумага, печать и все такое. А еще, кроме жвачки, подорожали на втором месте маргарин и на третьем огурцы. Вот огурцы здесь видят очень странно. Они же, блин, у нас растут. А маргарин вот прям не странно. Маргарин, кстати, нет, потому что в нем используются растительные жиры, а они в основном привозные, то есть это импортное сырье. Угу. Огурцы как бы у нас растут, и упаковывать их особо не надо, поэтому есть вопросы. Российские власти могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров. Вообще классно, что у нас есть агродроны, и вообще очень много современных технологий используется в сельском хозяйстве. Потому что некоторые думают, что мы до сих пор вспахиваем поле, блин, на лошади. По понятным причинам дроны запретили использовать, но для агроцелей будут потихоньку разрешать. А для чего они вообще нужны? Я сейчас расскажу, я сама узнала только сегодня. Итак, у них много функций. Например, для того, чтобы следить за полями, создавать их карту, проводить инвентаризацию, контролировать рост и развитие посевов, и даже с помощью агродронов можно проводить опрыскивание. В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию. Эта новость, как вы понимаете, к еде никак не относится. Я не думаю, что кто-то из нас ест клещей. Если вы, конечно, не птица. Несколько лет назад в Уфе зачем-то поставили памятник клещу. Причины я не знаю. Надо погуглить. Да не простой, а сделанный из серебра 925-й пробы. И назвали его Валерий. Но в этом году с Валерием разыгралась целая драма. Какие-то выпускники, мальчик с девочкой, этого клеща зачем-то украли. Даже попали на камеру видеонаблюдения. Люди расстроились, город быстренько подсуетился, и на это место поставили новый памятник клещу, тоже серебряный. А назвали его Валерий Второй? Ты будешь смеяться, но да. Серьезно? Да. Валерий Второй Валерьевич. Дальше, внимание, цитата. «Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», написали в администрации. Круто. А ноги, интересно, надо обрабатывать перед тем, как памятник? И косынку надевать. Сегодня, 18 июня, мы все отмечаем День медицинского работника. Наверняка у каждого из нас кто-то работает в больнице. Мама, папа, бабушка, сестра, подруга, сосед, например. Давайте их сегодня поздравим. Ведь эти люди совершают ради нас подвиги каждый день. Дорогие, поздравляем вас с праздником, мы вас очень сильно любим и ценим.
это все новости на сегодня. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш Телеграм, кстати говоря. И увидимся в следующее воскресенье. Пока! Пока!